Всем привет! Меня зовут Светлана Бояринцева, и сегодня я покажу вам свои покупки за... Так у нас был? Октябрь. За октябрь месяц. Итак, покупок было не так много, но у меня были заказы с Алиэкспресса, которые еще не пришли, поэтому, наверное, они у нас будут в конце ноября. Очень много вопросов поступает о том, где я беру ткани. Ткани я беру чаще всего в обычных магазинах для тканей. Ссылок на них давать не то что не буду, я просто не могу их дать, потому что это обычный магазин тканей, и чаще всего цены у них у всех отличаются. Например, в одном магазине что-то дешевле, а что-то дороже, а в другом наоборот. Я не знаю, как они там цены ставят, поэтому я уже примерно знаю, что где сколько стоит, и... беру здесь в городе. Ну, как бы вы знаете то, что я делаю куклы, и поэтому вот видите, да, то, что я беру такой трикотаж для кукол в магазине тканей. Просто прихожу и говорю, а что берут для кукол чаще, да, для тела куклы. Вот, и они дают чаще всего, говорят, берут вот это. В каждом магазине они уже знают, что для кукол нужно. Если, конечно, этот магазин не новый, и продавцы, например, там не новые, то, а если они там работают давно, скорее всего, они вам подскажут, какую ткань для тела куклы лучше взять. Вот. Ну, это, конечно, не относится к скраббукингу, просто я вам сказала об этом. Да? Дальше, белая вот такая ткань. Я, конечно, пожалела, что она так-то белая, но почему-то немножко сероватым отдает. Да? И вот здесь вот это Венеция, сейчас скажу, трикотаж Венеции, что ли, что-то типа вроде этого. Он тянется, или стрейч, нет, не стрейч, наверное. Ну вот, зачем я его взяла, не знаю, он вышел там на 200 рублей этот кусочек. Просто я ошиблась. А когда уже посмотрела, заплатила на кассе, уже не стала ничего говорить. И еще из дешевых это вот такая ткань. Она называется скатертная. Если я правильно сказала, уж я не знаю. Вот я уже немножко отрезала здесь кусочек. Немножко с этой стороны она, видите, блестящая, а с этой стороны она более матовая. Но качество у нее хорошее. Если брать по цене, то вот этот кусочек мне обошелся 80 или 90 рублей. Я взяла 30 сантиметров. А фотоальбом, мне кажется, очень даже подойдет такой цвет. Какой цвет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой это цвет. Морковный? Ну, нет, не морковный. Какой-то этот персиковый. Персиково-розовый. Розовый персик. Вот. Вот такая ткань. Ну, и вы уже, наверное, видели то, что какие ткани я беру в прошлых закупках для скраббукинга. Это смотрите в моих предыдущих покупках. Например, там тоже ситец был. В этот раз я его не брала. Что я еще купила? Это купила вот эту тесьму. Видите, да, ее много. Не брала я ее в одном магазине, а брала везде понемножку. Вот в эту тесьму беленькую я взяла в магазине «Художник» у нас в городе. Она вышла мне 50 рублей метр, что ли, да. Так, эту я купила. Я уже даже это не помню. Все. Вот это я купила в группе по скраббукингу. Хобби городок называется. Голубенькую. И остальные я взяла. Это у меня была. Я уже так положила для вида. Вот такая прикольная. Плотная, прям хорошая. И получается, остальные я взяла в магазине «Скрабушка» в городе Набережной Челны. Такие. Это потоньше, чем та розовая. Если, кстати, очень хорошо ее использовать для переплета. Ну, когда делается переплет, да, с двух сторон же остаются вот эти края. Их вот так каптал, да? Продается. Вот. А вместо каптала используют вот такую вот тесемочку. Интересно. Не интересно, а мне кажется, вообще очень красиво. Особенно для детских работ.
И еще в тканях я взяла, надо было, конечно, вместе с тканями сказать, да? Ну, выходит очень, я бы сказала, так недешево. Может быть, кто-то заказывает на Алиэкспрессе, я никогда браться до туда не могу. Именно, да, таких этих. Метр стоит, сколько, 300, что ли, рублей, или там чуть ли не 400. Вот, я говорю, давайте тогда 10 сантиметров. 10 сантиметров это где-то вот так. Она говорит, будет. Мы же, говорит, не будем резать цветочек. Поэтому вышло 13 сантиметров, да? И примерно вот это у меня вышло на 30 рублей или 40 рублей. И вот это здесь вообще сколько там было? 15, что ли, или 14 сантиметров получается здесь. Ну, вот так цветочек. Дальше тоже цветочек идет. Но два цветочка взять нельзя, если я бы взяла еще с цветочком, да? Вышло бы 20 сантиметров, это, ну, около там, тоже, как, конечно, недешево. Если это стоит 350, например, пополам, это 150. Ну, короче, 180. Еще пополам, 90. Если еще с цветочком, мне бы это вышло на 90 рублей. Ну, примерно 90, там и выше. Поэтому недешево, скажу, что если на одну работу, то вам надо, да, вот такой цветочек, то можно взять. Если постоянно вы хотите, да, какие-то там цветы, то лучше, конечно, заказать на Алиэкспрессе, как это делают все. Вот, я так не сделала, поэтому, наверное, я и переплатила за вот это вот в тканях. Скрабушки. Вы видите, да, покупок у меня не так много. Это вот такая картинка на ткани. Она стоит 20 рублей. Вот Дед Морозик, там разные есть картинки. Это, ну, такая плотная ткань. Вот. Тут у нас братцы, бабочки. Красивые. 147 рублей. Наоборот, вот они вот крепятся, вот так просовываются и загибаются края. Может, кто не знает, потому что я, когда провожу мастер-классы, я вижу, как девочки берут что-то, да, и они вообще даже не знают, как это называется. Конечно, если вы занимаетесь скрапбукингом, для вас это понятно, вот. А для тех, кто, может, первый раз сейчас посмотрит это видео, да, они даже не знают, что такое братцы, что вообще что-то бывает. И зачем, например, нужна вот такая вот ленточка, да? Поэтому эти, наверное, видеообзоры о покупках не только о том, чтобы я дала там ссылку, да, и вы прошли и купили. Еще и объяснить людям, что вот такие материалы бывают, и как их можно использовать. Прищепочки тоже в скрапушке. Конечно, там были розовые, я не успела их взять. Розовые там вроде даже только на витрине оставалось. Вот, взяла такие две. Сливаются, да? И беленькие. Поэтому, если вам понравилось это видео, жду от вас пальчик вверх. Если вы что-то узнали для себя, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Если у вас есть какие-то советы, которые вы можете там дать мне и еще другим, тоже напишите об этом в комментариях. Все, желаю вам успехов в творчестве и в личной жизни. Всем удачи, пока-пока.